Более 5000 преступлений за 3 месяца. Такова статистика правонарушений среди мигрантов в Швеции. Это только то, о чем заявлено официально. В действительности, многие уверены, преступлений больше, просто о них молчат. Причем молчать собиралась и полиция. Огласки эти данные предали под давлением общественности. Между тем, в Германии, куда только в прошлом году прибыли более 1 000 000 выходцев из стран Африки и Ближнего Востока, и где также растет число преступлений, повышены меры безопасности. В преддверии старта сезона карнавалов на улицах дополнительные патрули, а мигрантам раздают памятки на арабском, в которых объясняют, как себя вести во время праздников и вообще, что такое карнавал. Но немецкие граждане, очевидно, в силы правоохранителей не верят и сметают с прилавков средства самозащиты. А кто-то и вовсе переходит к нападению. Во двор одного из центров временного размещения бросили ручную гранату. По счастливой случайности она не взорвалась. Антимигрантские настроения в ФРГ усилились. Это сказывается на рейтинге Ангелы Меркель. Ее отставки требуют уже 40% немцев. При этом, по оценкам агентства ЕС по безопасности внешних границ, в этом году только через Турцию в Европу прибудет около 1 000 000 мигрантов.